я против, потому что я считаю, что даже 18 лет современные молодые люди еще не готовы к браку. А уж 14 лет они вообще мало что смыслят в жизни. Мне кажется, даже по сравнению с тем, ну, с годами, которые, может быть, 20 лет назад, сейчас настолько инфантильные молодые люди, мне кажется. Ну, что делать-то с ними? С молодежью-то, ну, раз беременеют, так уж надо жениться. Я так думаю. Почему люди женятся, выходят замуж в 14 лет? Наверное, потому что у них есть дети. А дети в таком возрасте появляются, я считаю, от небольшого ума, от недостатка образования. Поэтому в этом случае, я считаю, нужно учиться, получать новые знания, саморазвиваться, читать книги, а не делать плохие вещи. Ну, рановато вступать в брак с 14 лет, потому что, ну, дети еще, можно сказать. Мы не против этого, потому что, ну, если ребенок в семье, если как бы такая ситуация получилась, то значит нет в этом ничего плохого. Я так думаю. Я думаю, тоже нормально, почему бы нет. Если они готовы к браку в 14 лет, пускай. Во-первых, я думаю, что это слишком рано, браки с 14 лет. Вообще, я думаю, что браки стоит уже с 18 лет только относиться. То есть даже 16 лет было, это все равно мало. 14 лет это еще хуже. Но с другой стороны... Не с другой. Это плохо. Мне кажется, это все должно зависеть, во-первых, от воспитания это зависит. Во-вторых, в 14 лет это, ну, несерьезно это. Какой... Если ты хочешь создавать семью, ты должен быть дееспособен полностью. Должен не зависеть от своей семьи нынешней, то есть от родителей. И должен еще при этом содержать свою будущую семью.